Чувак, да я 50 каналов третий раз прокручиваю. Смотреть нечего. Я не могу. У тебя до следующего поступления год. Чем ты собираешься заниматься? Буду отдыхать. Ну, а для того, чтобы отдыхать, сначала нужно устать. А если ты собираешься гонять балду, то хотя бы устройся туда, где за это деньги платят. А что ты делаешь? Да достали все. Ты не поступила, чем ты будешь год заниматься? Тошнит уже. Понимаю. Зачем ты будешь заниматься? Ничем. А хочешь ко мне на дачу поехать, а? Там у меня батя с Филиппом тоже ничем не занимается. Да, мне еще твоего батя вопросов не хватало. Да нет, он же у меня на плоти служил. У матросов нет вопросов. Веник? Понимаешь? А девочки мне уже вынесли весь мозг тем, что я как будто бы все время дома единица. Ну, понимаешь, если ты действительно хочешь повесить этот плакат над кроватью, то ты, наверное, подсознательно думаешь о Денисе. Да я никогда о нем не думаю. Ага. Хорошо, а вот сейчас ты, например, о чем думаешь? Ну, сейчас я думаю о том, что все вокруг думают о том, что я о нем думаю. Вот. Вот видишь? Это значит, что если ты о нем говоришь, значит, ты думаешь, что только о нем. Да не думай я о нем, блин! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что я должен сказать, что ты на меня не кричал? Я о нем не думаю. А, ты о нем не думаешь. Все? Ну, вот видишь. Ой, спасибо тебе, Веник. Я за что? Хоть один человек придумает, что я о нем не думаю. Что, я могу повесить его на кровати? Конечно, можешь. Ты можешь и его над кроватью повесить, и кого угодно над кроватью повесить, и вообще все можно. У тебя дар убеждения, Жень. Ну? Ты настоящий друг. Что это с ней? Не знаю. Прибежала, стала кричать, доказывать, что ты безразличен, что она хочет повесить твой плакат над своей кроватью. В общем, никакой логики. Ну, как, в принципе, у всех женщин. Логика. Но ты знаешь, несмотря на то, что ты такая сильная, мне кажется, она в тебя влюбилась.